Опа-опа. Чё тут, зайка? Так, ребят, вам подключать викторину? Привет, Осики. Приветик. Ой, прости, не дерусь. Привет, Вован, привет. Опа, приветик, Каринчик. Привет. Привет. Так, сейчас я тут камеру на другую сторону сделаю. Сегодня будет крутящий... А, сегодня будет крутящий стакан? Нет, сегодня крутящего стакана не будет. К счастью. Не скажу, что к сожалению, скорее к счастью. Бля, зайка, смайлик мой используешь, да? Правильно, нужно использовать. Блин, качество картинки мне нравится. Ну, по крайней мере, на телефоне оно красиво выглядит. Наверное, за счет того, что маленькое разрешение. Ой, что там, как дела у вас? Чем сегодня занимались? Что готовить будете? Вкусняшку будем готовить. Кстати, викторину включать? А ну сейчас. Не, ну ты видел, что? Что? Что ты видел, а? Вкусняшка — это корешку? Нет. А как это корешку можно приготовить, скажите мне? Так, сейчас я викторину включу. Так. Вот. Вик. Вик в кого? О, все отлично. Викторина подключена. Левый халатик, да? Весь это платье надел. Привет, девчата, привет. Привет. Добрый вечер, землячка. Привет, Милахен. Милахен. Я тебя, кстати, на каком-то стриме видела. Сейчас я волосы на это. Сделала Наташа вчера кератин. Ага. И все, теперь вот так. Видите, у меня волосы ровные и прилизанные. Привет. Это как вечерний халатик. Ну, кто как думает. Капец, я их начесываю, они сразу распускают. Ага. Разравнивается. Вот we cooking этот спагетти. Так, сейчас через Карина, а ты не стримерша? Нет. Тут какой-то наеб 100%. Сейчас через полчасика выезжаю. Прикиньте, игра, общались с Тянкой на Баду.
Чё? Не поняла, ладно. Я хотел в воскресенье позвать погулять. Она такая, я не могу. Могу сейчас и позвала с подругой к себе бухать. А, так. Тут какой-то наёб 100%. Так, а подожди. А чё она? Ну так поедь к ней. Главное, чтобы ты не приехала, там азербайджанский мужчина тебя не ждал, не сидел, понимаешь? Тут такое, конечно, дело. Готовить с тигра – это как готовить пельмени с батей. Я вот это не поняла. Это в смысле? А что плохого готовить пельмени с батей? Так поеду, так надо же потом рассказать. Что там? А кто у кого в гостях? Я в гостях. Я в гостях. Посмотрю, кстати, азербайджанский мужчина даже лучше двух тянок. Все поняла, моя Мерлин. Ваши... Все ясно, я больше не спрашиваю, хорошо. Дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Я думаю, еще салат сделать. Да? А, ну сейчас. Хорошо, у меня тут... Привет, Карина, здравствуй. Я какой насун. Карина, здравствуй. Лук. У меня тоже лук есть. Надо лук. Я думаю, в салат немножко добавим кольцами, да? Угу. И с грибами. Угу. Прожарим. Сметали. Угу. Крючок. Что помогает? Грибы нарезать? Сейчас, будем нарезать грибы, да? Ой, а что не видно? Голову я обрезала. Карина, а ты не стрелишься? Да? Нет. 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 Нас слышно? Этот микрофон, может, не подключен? Может, отошел тут? Блин, тут, конечно, перегибается. Зараза такая. Так, а Карине нравится с тигрой стримить? Нравится. Нравится. Карина такая лапочка. Мерлин, по твоему вкусу. Программа «Смак» началась, да. Привет, девчонки, как делишки? Жек, все классно. Привет. Прикольное платье у Карины. Спасибо. Тигра and Карина. Live together? No. Not live together. Но сначала батя предлагает сварить пельмени. Так, и что там дальше? А, потом отправляет ставить воду. Когда вода закипит, солит, идешь тоже ты. Засыпаешь пельмени, и батя такой, ну все, осталось выловить через 15 минут. То есть я в роли бати, да, спасибо. Сучка. Вы, кстати, обе стильно сегодня выглядите. Обе спасибо. В цветах, да. Цветочные девчонки. Привет, Джонни. Смешно. У Карины ухажер есть? Конечно, в смысле. Вон сколько ухажера в чате. Ой, как пахнут. Ой, какие грибочки. Гляньте, какие. Мы, кстати, с мамой в это раньше собирали грибы. Вот именно вот такие. Угу. Класс. А знаешь, где они любят расти? Где эти коровники? Ага. Навоз, ага. Вот там они растут. Тоже такие в море. Они, у них эти розовенькие такие. Ты собираешь? Классно. Пахнет. У них запах такой да, прям насыщенный. Класс. Я очень хочу пособирать грибы. Да, вот это супер. Мне нравятся, знаешь, эти маслята. Да, да, вот, не сам. Вообще, по вкусу не нравится.